Da ist sie. Valentina. Oh. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich bin sehr froh. Danke, danke. Sie zu sehen. Bitte hereinkommen. Dankeschön. Oh. Zeigen Sie uns Ihr Reichen. Mein Name ist Thomas Fassbender, Publizist und Russlandfreund. Mit meinem Sohn Leo bin ich Anfang Februar nach Oymyakon gereist, an den kältesten besiedelten Ort der Welt. Zwei Generationen, ein Abenteuer. Valentina führt uns in das Zauberreich der jakutischen Schamanen. Сколько лет вы на нём работали? Вообще, мы в деревне строились лет 30 назад. Вот. А потом мэр города пригласил нас сюда, в город Якутск, и попросил нам делать якутское лицо этому городу. И мы вот здесь строим. Это бык. Вообще, бык какой? Ага, символ зимы. Ага, и считается, выходит из океана. Из Ледовитого. Да. Вот начиная с 12 февраля у него отломится один рог, будет намного теплее. Потом второй рог, потом голова уйдет, и он вообще растает, и обратно пойдет в Ледовитый океан. Вот. Вау. Проходим, проходим. Вот. Уже спустились, уже спускаемся в нижний мир. У нас по верованиям наших предков есть три мира. Есть верхний мир, небо, и там божества. Есть средний мир, там обитаем мы, передневекие двуногие. И еще нижний мир есть. А с нижнего мира это кузнецы. Те люди, кто с огнем имеет связь какую-то, да, вот, ага. Пройдемте. Кузнецы, они типа волшебники. Ага. Вот, спускаемся осторожно. Вот, это ледяное царство. Уже 8 метров вниз. 8 метров уже в глуби. А здесь и летом, и зимой. Зимой более 10 лет будет стоять. Да. А мы за рекой Леной ставили первый такой подвал. Идея мужа. Давай мясо здесь ложить не будем, а красоту, чтобы люди пришли, видели. Но, в принципе, такие подвалы были построены для мяса, да, для мяса, хранения. Для, да, на лето. Ну, да. Ага. И вообще для рыбы, там, как запас на лето. И это все ваш муж? Он идея у него приходит, и он сразу делает, реализует. А раньше, сам... ну, 100 лет назад или 200 лет назад, когда копали, не каждая семья для себя, это деревни. Каждая семья имела свой ледник. Имела свой ледник. Фигуры, которые на улице стоят. Они весной, когда все посмотрят, пофотографируются, мы занесем сюда. Сюда? Ага, сюда. Хорошо. Весной каждый год? Каждый год. Добавляется. А это Тактинский улус. И мой муж за 3 лета там сделал комплекс туристический. Там постоянно купаются по реке, в реке Амга, и там же озеро есть. Да, и вот конечно. Там пляж он сделал и поставил концертный зал. Задник – это гора. Большой человек, который сказал... Мы якуты, да, мы совсем другой народ. И он на 100 лет предсказание написал. И говорит, будет много народу здесь. И с востока будут, и с запада захотят. Но вы оставайтесь с русскими. Русские вас никогда не обидят, беду не бросят. А китайцы
не такой народ. А здесь не так не любят китайцы. Я уже чувствую, я уже слышал, да? Но он типа поэт мудрый. Очень мудрый. Все время по-разному голосом. И поэтому у нее такие хорошие стихи, поэмы, да? Красота. Просто красота у вас. Эти фигуры, которые на улице стоят, несколько из них, они же слишком большие, чтобы... Туда, ну, их распилывают, заносят и находят заранее место, сюда поставят. А, да, они клеены с водой. Водой клеят, да. А над нами там вот эта конструкция, это стройка, да? Это же не земля. А потом на нем... Там есть там еще пространство есть, чтобы воздух был. Еще. А, да. Ага, и хорошо, вот так, по технологии. Im Eiskeller geborgen wie im Mutterschoß. Eine ganz eigene, auch eine ganz fremde Welt der Geister und Geschöpfe. А что это означает? Это коновязи. Обычно во дворе ставили низенькую коновязь. Ага. И это говорило, семья состоялась. А если хоть одна такая крупная коновязь, это обрядовая. Значит, это богатая семья. И они каждое лето с 21 на 22 июня проводят обрядовый праздник. Первая коновязь. Там сверху кубок, чаран. Это для напитка кымыс и означает благо. Ага. Чтоб у меня скот был и чтоб у меня благо было. И вторая коновязь – это орел. Это божество, обитает на шестых небесах. Дает дар талант детям, кем им в будущем быть. Третья коновязь – это лошадь. С конской головой связано все. Это еда. Одежда в шкуры, шкурой покрывали дома, опасаясь холода. Это транспорт. Это вообще очень богатая, самая, благополучная семья. Да, да. Больше очень. Не бывает. Уже царская. Пойдемте. Мы подошли к самому большому ударному инструменту наших предков. Называется табык. И его звук доходит до солнца. Вообще наши предки придумали много ударных инструментов, потому что жили очень далеко друг от друга, где хорошая питьевая вода. И поэтому друг с другом связывались разными звуками. Придумали два звука, которые доходят до солнца. Звук табыка, который ударяется только мужчиной, и звук хамуса. Ну вот сейчас попробуйте. А прежде чем ударить, все загадываем свои желания. Потом ударяем три раза, и с этими звуками наши желания идут к солнцу. Солнце исполняет их. А людей, кто связывает людей Серединного мира с этим звуком солнцем, оберегает двуглавый орел. Теперь три раза ай-хап. Ай-хо! 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 Jetzt bist du dran. Aber erst wünschen. Okay. Ай-хо! 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 Ну вот, мы подошли к очищающему сооружению с лицом. Теперь прикрываете солнечное сплетение. Это самое открытое место человека. Об этом знали издревле. И военные люди, мужчины и женщины прикрывали это место солнышком серебряным или медным. И сзади там напротив тоже. Ну вот так вот держим и думаем. Вообще-то я счастливый человек. Я знаю, что такое любовь.
что такое дети, дом, работа, успех. А нет, для полного счастья мне еще не хватает. У меня нет того, этого нет. А потом смотрим лицо и шепотом проговариваем. Открой мои пути и дороги. И думаем, вот то того, что у меня нет, чтобы у меня было. И это должен делать я сам. Потому что свою жизнь человек делает сам. За него никто ничего не сделает. Кланяемся и проходим. Что такое хорошее? Прежде чем пройти в дом, отряхиваемся. Потом смотрим в сторону дверей и покашливаем. Это даем сообщение духам дома. Духи дома, не пугайтесь, я пришел с миром. Конечно, время кубит немножко... Вот попадаем в зимнее жилище наших предков. Называется Балаган. Это от тюркского слова «балах» – нутро женщины, где зарождается ребенок. Якутская женщина могла рожать 20 раз, так же, как все женщины разных народов мира. Но дети не выживали. Условия страшные, поэтому они свое зимнее жилище ставили из бревен и суживающиеся сверху, как орган женщины, где зарождается ребенок. Низенькая, всего 2 метра высотой и без окон, чтоб ребенок, приходя головой вниз в серединный мир, вдруг от дневного света стресс не получил, сердце не лопнуло. Любой человек может пройти хоть ночью, хоть днем, если затерялся, по искрам, по дому найти и пройти в дома спать может. Здесь. Может. А, да, да. С севера и с запада всегда холодные ветры. Поэтому в продолжении дома там стоит скот. Почти открыто в дом. Самое меньшее 30 голов скота должно быть. Только тогда тепло от их дыхания, их навоза. Всюду духи. Жилой дом имеет дух. Реки, горы, озера, травиночки имеют дух, кишат, но их не видно. У них теней нет. А дух огня самый сильный. У него 3 тени, как у человека. Дух огня угощается тем, что есть на столе самая вкусная, дорогая еда. Вот сейчас покажу этот обряд. Чуть-чуть колонна. Агурчинчик, бирлибре, кымнананянцы игра. Джон-джоном атуному келлебена тынран тахарахта токырбекке. Иннилары тюден, кеннилары тюден, көйлі түвен. Юларын дөверінен бәйгі түрін. Джон-джоном сана остан киен келбіктерін. Үз күрі оқсон иннилары тюден, кеннилары тюден. Ухаған түйіні чугаратман. Бұхыр, қасби дейлергер. Уйгуну бияны, байы долу, сана ситхетин, алттан дохую нере тоскаттын. Джелергер уаттаргар этенге бола турттын. Юрюнен теленіне саргынан салалындынлар, чөл болынлар, бева турттынлынлар. Саркотгу. Ну вот людям нравится треск именно. Треск огня. И, конечно, тепло. Поэтому гостям нашим нравится здесь сидеть. А раньше вот эти дома, они были того же размера, как вот здесь или поменьше? Да? Были такого размера, могут быть и больше. Потому что зимой могли здесь жить 2 семьи. И раньше вот семья была 5-6 человек? Или? Детей 3-4, самое большее, да? Ага, и старики. А люди жили до 70 или 60 или... Нет, до 100 уже много жили.